mamá. Massa. Идем снимать пчел. Типа. Рот. Сегодня у нас есть овощи. И фрукты. Тутти фрукти. Потом мед. Сегодня утром давали образцы. Мы похавались с ребятами, можно. They hate that area.
другой стороны были, по-моему. А? Что в другой стороны? Пойдем в другую сторону? Маша на кормёжке. Мне вообще неприятно, что он постоянно меня снимает. Ребёнок не доел, только что из кафе. That's who he is, a small person. I am cooking our breakfast sausage. We're ready for 10 minutes. 10, 12 minutes. I'm serving it with it. Just samples, yeah. Done. Yeah.
cookies. Oh, you know, I got that. God.
А? Видишь шляп? Да, да, да. А? Я думала, то, что это штучки, которые пахнут, но это не пахнет. Не пахнет. Как? Ну, просто скучно становится.
Тыквы? Огромные тыквы. Угу. Куда едем? Направо давай поедем. Попробуем. Thank you.
Машка, осторожно, машина. Детка's four. No, I don't. Бека. Этим...
behind you. Keep going. Like. Ну мы на набережную вот так. Где? Можем по-другому. Я давно хотел. Ну и нет, понял. Ну пойдем домой. Устал ты? Я просто не выспалась. Маша первый раз намерена в баре. Не нажраться. Главное не нажраться. А что, какой-нибудь джазовый сюда можно? Я не знаю, где? Может быть, там где-то? Нет, там тоже рестораны. А где не кухня где?
на руках, когда тепло, да. Валят, сад камней. Какой-то магазин ищет со всякими штучками. О, какое, смотри, здание, я не видел никогда.
Можно налево, Маша. Поехали налево. Рынок, Марк.